Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В России грядет одно из самых знаменательных событий за последние 30 лет – Олимпиада. Поэтому корреспонденты Забинфо решили опросить студентов и сотрудников факультета физической культуры ЗАБГУ и узнать их мнение об этом международном спортивном мероприятии. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к Олимпиаде, которая пройдет вот совсем скоро у нас в России? Сразу вспоминание такое Олимпиада летней 80-го года, что это было. Но то, что сейчас по сравнению с тем, это даже наиболее какое-то более душевное, можно сказать, восприятие. Это у нас давно не было, это праздник для всех. Я отношусь к Олимпиаде очень, очень положительно, потому что спустя столько много лет она проводится снова у нас в России. Это большая честь для нас. Есть много факторов, по которым я отношусь к этому хорошо, есть много факторов, почему я отношусь к этому плохо. Чтобы все спортсмены с мировой арены выступали в нашей стране, в городе Сочи, это очень здорово на самом деле. Но поскольку потратился колоссальный бюджет, десятилетний бюджет Забайкальского края, мне это немного расстраивает. Несмотря на то, что на Олимпиаду было потрачено много денег, все-таки я думаю, это большая честь, что именно Россия принимает в эту Олимпиаду у себя и что выбрали Сочи. Столь глобальные спортивные мероприятия не так часто у нас в стране проходят. Олимпиада будет всего лишь второй раз. И, естественно, это возможность нашей стране показать себя на международном уровне, нашим спортсменам выступить на международном уровне, показать, на что мы способны как государство и, естественно, на что мы способны в организации проведения таких мероприятий. Я думаю, для нашей страны большая честь. Есть много возможностей посетить Олимпиаду простым людям. Я очень горжусь этим мероприятием. Как бы самой хотелось очень туда попасть, но немножко опоздала. Столько будет олимпийских объектов спортивных, которые в дальнейшем будут использоваться для подготовки наших же спортсменов. Потому что такая огромная база спортивная, такой у нас еще пока что нет в стране. А какое место, по-вашему, займет Россия на этой Олимпиаде? Конечно, будет тяжело, но все-таки, естественно, хочется, чтобы мы по многим видам спорта оказались победителями, и в итоге заняли первое место в общекомандном зачете. Я уверена, что Россия займет призовое место. Надеемся, что первое. Только первое. Конечно, хотелось бы надеяться, что наша команда займет первое место. Да мы все мечтаем, что первое, конечно, первое. Наши спортсмены готовы к первому месту. Свои стены помогают, родные стены помогают. И поэтому я считаю, что наши спортсмены покажут высшие результаты. Только первое. Я надеюсь, что они займут первое, завоюют большинство золотых медалей. Буду болеть за них активно и наблюдать Олимпиаду по телевизору. За кого ты будешь болеть? Какие команды? Биатлон, биатлонисты только, и бобслей. Хоккей. Мы вообще все надеемся, мы болеем за них. Хоккей. Хоккей. Да. Фигурное катание. За команду хоккеистов буду болеть обязательно. Буду болеть, кричать и радоваться их победе. Я буду просто болеть за свою страну, конечно.